Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру про Рика и Морти. Так, давай-ка мы заберем свои деньги, которые инвестировали. Так, забрать. Здесь то же самое забираем. И ложим снова с вами на депозит. Так, прибыль. И здесь тоже будет у нас прибыль. Так, покидаем. А тебе что нужно, мужик? Добрый день, может у тебя найдется минутка, чтобы помочь своему приятелю Рику? Похоже, в моем летающем автомобиле закончилось топливо, а Морти, который обычно его заправляет, сейчас истощен. И как назло, перед истощением он не смог мне сказать, что за топливо нужно использовать. Если ты это выяснишь и принесешь мне топливо, я в долгу не останусь. Значит, ему нужно топливо, интересно, какое? Ну, явно это, наверное, не турбулентный сок и не клетка бактерии. Ну, давай просто так попробуем. Похоже, это не подходит. Мне нужно топливо для летающего автомобиля, чтобы его двигатель снова замурлыкал. Ну, в общем, у меня пока нету этого топлива. И я, знаешь, что думаю? Блин. Блин, поменять Морти, что ли? Что это у нас за чувак тут? Поменять или не поменять, а? Кстати, у нас с тобой же лагерь, да-да-да. Они получают уровень. Результат получен, да? Будьте добры мне, пожалуйста, озвучить этот результат. Ага. Получает левел. Этот 14 уровень. Слушай, это наш самый... освоить что? Ну давай я уберу, наверное, отрыжку. Замах. Окей, пускай будет замах. Так, Морти Джерри уровень не получил. Плюмбуса Морти тоже уровень не получил. Так, вот этого можно было бы, конечно, взять с собой, но пускай они, наверное, еще у меня немножко потренируются. Так, выходим отсюда. Магазин Рика. Кстати, в магазинчик-то нам нужно будет зайти. Так, я насколько помню, они все у меня отхилены. Создать мы что-нибудь можем с тобой? Давай глянем по-быренькому. Мне кажется... Слушай, платонический камень. Чистый платонический камень. Это восполняет всем. Супермощная батарея. Супермощная батарея. Это, конечно, интересно. Так, мутировавшая клетка бактерий. Материнская плата. Слушай, по-моему, вот это вот нам нужно кому-то отдать, материнскую плату. Роботу, если я не ошибаюсь, конечно же. Тут смотри, сколько всяких штук можно понаделать. Мутировавшая клетка бактерий. На батарейку у меня уже все не хватает. На мощную, да? Ладно, пускай будет мутировавшая клетка бактерий. Может быть, она куда-нибудь сгодится, нет? Никуда не сгодится. Ошейники у нас и так, ребята, в любой момент можно сделать. Так, пойдем посмотрим, где у нас этот чувак, который робот же вроде бы. Вот он. Слушай, нет, это какой-то... Я слышал, ты можешь синтезировать. А, понял, я этот про темную энергию. Слушай, подожди, а где же твой робот? Темной энергии у меня нет, у меня есть темная материя. А энергии, к сожалению, нету. Где-то был робот, я помню. Он просил, дай, говорит мне, батарейку. Но вот где он? Или это уже задание мы выполнили с тобой? Чё-то я... А, вот он. А ну-ка, бип-бип-бип, Рик. Логическая ошибка. Оборудование повреждено, отключение системы. Так, сейчас мы тебе дадим материнскую плату, наверное, скорее всего. Материнская плата установлена. Перезагрузка системы. Бип, Рик, та супермощная батарея, что ты мне дал, была слишком мощной. Из-за нее сгорела моя материнка. Спасибо, что нашел мне новую. Похоже, и я могу захватить сразу целую мультивселенную Морти. То есть, спасибо, Рик. Возьми это и давай больше ни слова. Никаких захватах. Ух ты. Мегасемя увеличение уровня. Ух. Слушай, ну теперь-то, я думаю, мы можем с тобой спокойненько идти
в новый портал. Нам не хватает 3 значка, чтобы подраться с еще одним членом совета. Так что давай попробуем набить. Сегодня вряд ли, конечно, но 2 значка, я думаю, мы, наверное, в состоянии сегодня получить. Опа, машинка, это эпическая. Как мне... Эх, туда мне не пройти. Так, здесь уже, смотри, уже ждут меня. Вот, кстати, тихо. Опа, а это что за Морти такой новенький? Ну-ка иди. Блин, туда не пройти. Твою налево, блин. Хорошо, что у нас магазин есть, только сейчас вспомнил. У меня же этих нету. Чипов контроля. Теперь есть 3 штуки. Ну что, будем захватывать с тобой этого Морти? Перейти? Да не надо мне никуда переходить. Давай, наверное, мы его захватим все-таки. Этого Морти у нас нету. Тем более он редкий. Высоковольтный Морти. Вау. Так, он у нас ножницы, поэтому замену сразу делаем на камень. Камень — это мутагенный Морти. Тоже редкий. Уровень нашего Морти 20-ка. Ну что, давай посмотрим. Так, сосредоточение. Угу, точность выросла у него. И атака выросла. Ну, а мы с тобой сделаем, наверное, ядовитый плевок. Наш любимый. Упс. Раз. Два. А чё так мало отнимаем здоровье-то у него, а? Не всосал я что-то. А, так, сила, фигня это, не сила. Что я сейчас сделал? Зачем я сделал? Твою налево. Защита падает. Атака. Ядовитый плевок. Офигеть, как меня вырубили. Вот так вот, друзья мои, вырубают нас. Ну что же, аниматроника брать не стоит. Берем с тобой большого Морти. Уж он-то ему, экзотика-то, ребят, сейчас устроит такую ему карнавальную ночку. На, получила плеуху. Так, что у нас еще? Прилив. Сила 100%. Сила 65. Я просто боюсь его шлепнуть, не назначай. Давай попробуем его уже поймать. У нас есть чип контроля, даже 4 чипа. Ну-ка. И есть. Да, друзья мои, высоковольтный Морти у нас редкий. Отлично. Блин, жалко, конечно, что одного Морти мы с тобой лишились, подбили у меня. Где-то здесь машинка. Вот он. Так. Ты специально туда уехал, блин? Ух, ёк-макарёк, не ожидал. Мои люди доверили мне представить нашу расу в этой глупой моде на Морти. Я не могу их подвести. Ты не можешь меня победить, Рик? Конечно, не могу. Но надо. Так, это штурмовик Морти. Ты у нас бумажка. Значит, будешь получать по сусалу. Так, 5 Морти у него, да, значит? Его так растет, говорит. А если я тебе еще раз сделаю? Что ты на это скажешь? Укрепляется он. Защиту теперь повышает. Ну, а мы тогда еще разочек. Упс. Промахнулись, к сожалению. Ну, да не беда, у нас еще есть удар. Все. Так, пехотинец отдупляется. И бомжара, что ли? Замена. Так, у нас, если был с тобой сейчас ножницы, он 100% возьмет камень, а мы с тобой возьмем бумажку. Пробуем его надурить. По-моему, сейчас будет... Кто это такой вообще? Грязнуля Морти. Уровень-то у него 20-й, кстати. Ну-ка, молотило попробуем. Починку какую-то делает. Атака растет. Так, сколько у нас всплеск берет? Сила 50. Сила 65. Блин, у нас очень паршивый удар, если честно. Очень паршивые удары именно вот на талисмане дикаре. Боюсь, как бы нам тут не влетело по полной программе. Не, ну мы должны, в принципе, справиться, если не промахнемся. Добивай его. Нормуль. О, 15 уровень получается. Шикарно, молодец, красавчик. Хруст. Сила 65. Вот это я возьму, пожалуй, вместо плача. Мне нужно больше боев... Оу-оу-оу-оу.
Замена, конечно. Если у нас с тобой была бумага, он взял ножницы. Нам нужен камень, но камень у нас с тобой, как видишь, отдупленный. Поэтому берем с тобой большого Морти. Так, это мега Морти, ёк-макарёк. Давай проверим его на прочность, ребята, через костюм и туфли. Отлично, этот парень наш. Блин, я хочу себе такого Морти. Где его можно найти, на какой планете, а? Шикарно. Да иди ты, он еще и с поглощением, прикинь. Он еще и с поглощением энергии. Блин, у нас с тобой, кстати, очень мало Морти остается хороших. Слава богу, мы его уничтожили. Так, это тыква Морти. Замена. Если у нас сейчас были ножницы, то он наверняка... Камень, что ли? Давай попробуем выйти на бумажку. Судья Морти пойдет. Кто ты? Бумага? Камень. Тогда атакуем, ребята. Нет, подожди. Повышает свою силу атаки этот. Сила 70. Тогда делаем стирание. Ух, ё-моё, наполовину хп мы ему врезали. А он какой-то применяет росток, понимаешь ли. У меня защита упала. И точность упала. Но зато атака выросла. Слушай, я думаю, сейчас ему кранты будет. Стирание, ребята, стирание. Промахнулся. Ёк-макарёк, ну как так-то? Да чтоб тебе, на одной хпшке. Чего? Вы сейчас издеваетесь надо мной? Он мне оставил 3 здоровья. Нифига, там по 1000 опыта получил я, прикинь. Нормуль. Так, освоить укрепление. Морти обеспечивает безопасность окружения, повышает свою защиту и точность. Морти повышает свою атаку и уклонение. Давай вместо щипания точек поставим. Так, а это у нас блогер Морти. Ну, тут придется менять, хочешь ты не хочешь. Мы были с тобой кем? Бумагой, значит, он наверняка берет ножницы. А раз берет ножницы, значит, мы тоже с тобой берем ножницы. Аниматроник Морти. Уровень, наверное, у нас будет слабоватый. 6 левлов разница. Попробуем через молотило. Слабо бомбим. Ох, ё-моё. У нас вообще есть с тобой какие-то предметы? Там, например, хилочка. Есть сыворотка. Одна штучка, но это легкая сыворотка. Я не знаю, нужна ли она будет нам здесь. Давай молотило еще разок. Сейчас ушатает нас. Его атака прошла мимо. Замечательно. Тогда еще раз молотило. Тут он нас, конечно, добил. Ну что ж поделаешь. Добил так добил. Берем большого Морти заменой. Ты единственный, кто у нас остался. Атака. Костюм и туфли. Все. То есть мы с тобой здесь выиграли, получается, да? 350 шмекелей плюс большая сыворотка. Большая сыворотка, ну, восстанавливает нам очень много здоровья. Что он там мне накинет еще? Ну, давай. 122 шмекля он мне подбросил. Ох, я унизил свой народ. Они никогда не позволят мне вернуться домой. А вот она и машинка, та, которую я искал. Надо ее бомбить. Надо ее ловить, друзья мои. Ага, это братишка-революционер Морти. И он у нас камень. Ну что ж, попробуем его бомбануть. Это через костюм и туфли не получится. Порез. Упс. Упс. Ты серьезно? Ты сейчас серьезно вот так вот взял меня просто и ушатал? Мне бы, конечно, хильнуться. Может быть, залечим свои боевые раны через большую сыворотку. Так, судья Морти, да, у нас? Я бумага, он камень. Я, по идее, должен, как сказать, превосходить его. Сейчас проверим, что у нас там. Здесь толчок, укрепление. Давай толчок. Ну, в принципе, неплохо. Еще давай сделаем один толчок ему. И теперь я хочу его ловить.
Безнадежно. Ну-ка попробуем его поймать. Давай чип контроля применить. Лишь бы поймался. Бинго! Друзья мои, братишка наш становится. Так что пускай не крякает даже. Причем 19 уровня. Не кисленький такой, да? Браток нам выпал. Так, ну что мы тут... Угу. Битва. И там битва. Куда ни иди, везде меня уже поджидают, да? Эти хламоны, эти буржуи. Покинуть я здесь не смогу. Потому что я даже портала еще не нашел, если честно. Вижу, кабель лежит, который, естественно, захочу взять. Так, кабель мы взяли. А здесь ждут меня уже драться, что ли? Вот этот птенчик, по-моему, ждет меня, да? Ждет и не дождется, когда я с ним... Блин, схлестнусь в поединке. А если не хочу с ним драться? Ну, мало ли, ты хочешь или не хочешь. А, наверное, придется, потому что других обходных путей я пока не вижу. Я сейчас, конечно, пошоркаю здесь. Нет, не получается, да, никак. Хочется схитрить, но не выйдет. Так, здесь... А может быть, здесь можно получить... Да, здесь можно получить вот этот вот флип. Вот этот вот флип я получил. Ну, а дальше-то как? Хорошо, давай еще посмотрим, что он... Воу, портал нашел, друзья. Тихо, 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 родные мои. Ну, в портал идти, это кажется самоубийством мне. Почему? Ну, потому что, во-первых, у нас с тобой здоровье. Сгулькин. Фиг, как говорится, да? А где эта штука? Я не видел, кстати, вот эту вот камеру, или как она, капсула, да? В которой лежит... Очень много полезных всяких вкусняшек. Давай, конечно, еще здесь глянем. Батарея. А как мне ее подобрать? Видимо, заход с той стороны. А чтобы туда пойти, мне, наверное, надо... А, тихо. Вот. Блин. Как так? Гу вас иди и пхутрунда бить, Рик. Хунангаморти. Ну, Хунангаморти, так Хунангаморти. Уголовник Морти. Единственное, друзья, что у нас, естественно, ну, сам понимаешь, все на таком пределе по здоровью, что надеемся на Морикса, который, если мы погибнем, даст возможность нам захиляться. Ну и то, я скажу тебе, я пойду сразу же, наверное, все-таки в портал. Зачем? Какое укрепление, блин? Защита точности растет. Взгляд смерти. Откуда у тебя хмырь еще взгляд смерти есть, а? Скажи-ка мне на милость, заключенный. Ладно, этого мы выиграли. А это кто такой? Глава культа Морти. Даже культ Морти тут есть. Так, ну что, ножницы, мы бумага. Делаем толчок. Нам сейчас он прилетит. Это я сделал специально, друзья мои. Потому что, ну, сам видишь, у меня остается вот последний талисман дикарь Морти. И он бумага. Естественно, его тоже сейчас разнесут в щепки. Так, все мои Морти истощены. И теперь давай посмотрим, предложит ли он мне этот Мориксон, или Мориксин, как его там подлечит, да, смотрим. Ну что, Мисикс нас подлечил, поэтому побежали-ка с тобой тогда сразу в портал. Будем драться за значок. Так, он тут с пушкой стоит. И я тебя размажу, и не позволю получить значок, чтобы ты не смог сразиться с членом совета. Как будто я тебя буду спрашивать. Так, плюмбаневые Морти, короче. Так, он у нас камень. Естественно, мы меняем с тобой на бумагу. На судью Морти. Редкий против экзотики. Это, конечно, пропащий. Пропащий вариант. Так, безнадежно, говорит. Ну что, мы начнем с толчка. Что это? Что это за толчок такой был? Повышай свою защиту и точность. Давай тоже сделаем с тобой. Защиту и точность. Опа. Морти Гик.
Че, один такой самый умный, что ли? Я не могу понять. Большого Морти берем. О, 22 уровня. Ну что ж, давай, парень, посмотрим. Еще ты там слеплен. Костюм туфли. Его атака прошла мимо. Так, у нас порез сколько берет? 50, здесь идет 65. Это усиление. Это, во, прилив. На тебе, гаденыш. Неплохо, да? Вмазали мы ему. Так что прилив очень даже неплох. Ух, вырубили. Пускай идет гулять. Ботаник фигов. Так, мы получаем 300 очков. Вернулся. Давай продолжим, я даже менять не буду. Хотя надо было. Давай так сделаем. Опа. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Потрясающе. Потрясающе. Судья Морти, конечно же. Плюмбаневые Морти, ты достал. С какой-то фигней стоит там. Опять со своим каменным взглядом. Критический удар, но все равно главное. Как там? Ну, короче, без проблем. Стирание лучше делать. Так, звездный взгляд. Какие-то звездные взгляды. Еще какой-то вообще непонятно, кто он такой. Скорость он мне понизил. Ты прикинь. Инфлюенсер Морти. Инфлюенсер. Кто такой? Что за инфлюенсер? Меняем. Меняем на ножницы. Это будет пускай аниматроник. Если он выиграет, то возможно... Ну, выиграть это вряд ли, конечно, получится. Селфи. Молотила. Я так понимаю, молотила нам не судьба, да, сделать? Сделал. Кританули. Да. Значит так, бумага. Давай, Большой Морти, выходи. Тут надо с тобой погутарить. 23 уровень, уже не кисло. Сразу убежал. Ты запарил. Замена. Судья Морти, выходи. Надо его накрыть. С ёршиком каким-то стоит грязным. Так, каменный взгляд делает. А мы с тобой делаем стирание. В плане. Вырубили. Так, минус 2 Морти. Еще 2 у него остается в запасике. Опа, Большой Морти у меня получает уровень 25. Продолжим. Продолжим и выбираем с тобой опять же стирание. Так, что-то мне не нравится. У нас есть сыворотка, применяем. Так. Сюда. Уж не знаешь, да чтоб тебе. Бумага, да, значит? Ну что, берем Большого Морти, ножницы, экзотика. Все, селфи свое делает. Давай так. Кого он там? Малыш Морти. Это обычный, но он камень. А раз обычный камень, значит, мы с тобой возьмем талисман Дикарь Морти. Блин, он уровень меня только возьмет. Хандру использует на нас. Так, а мы с тобой Хрус сколько дает нам? 65, а молотила 65, 95, а тут 90. Тут лучше будет. Ну да, это и видно, что лучше. Я думаю, что этот малыш Морти сейчас пойдет просто гулять в детский садик обратно, откуда он тут вообще появился. Поехали. Так, ровно половину здоровья мы отняли ему. Не-не-не-не-не, подожди, еще не конец. Опа, сменил. Я не удивлен. Мы тоже меняем. Меняем на Большом Морти. Все в критическом состоянии, конечно, у нас бойцы. Ну, а что поделаешь. Воу, щит. А что тогда мне делать? Давай тогда так сделаем. Я знаю, что, ребята, дурацкая затея, но мне нужно его добить. Раз, два.
Да подожди, это какая замена? Какая, блин, замена? Бомбим его уже до последнего. Ну, раз. Отлично. Истощен. Так, мы получили 21 уровень. Судья Морти получает 22 уровень. Замечательно. Мутагены Морти. Так, Блин, зачем замена-то? Ладно, фиг с ним. Бумага против камня. То, что нужно. Атака и делаем стирание. Есть. Ну что, друзья мои. Карточку, ой, карточку, значок мы с вами, естественно, получим сейчас. Шмекели, так, сенсационная сыворотка и плюс значок. Ну, 212 шмекелей он все-таки нам дал. Пожалуйста, не рассказывай в совете, что я проиграл. И нам не хватает всего 2 значка. Я, конечно, хотел здесь побегать, побродить. Думал, подраться, повоевать. Но судя по тому, как у нас дела обстоят с бойцами, это не лучший вариант идти там и драться. Опа, тебе что нужно, мужик? Рик, мне неудобно об этом просить, но ладно. У нас с Бет сейчас какая-то черная полоса, и я подумал, что ты можешь помочь. Я знаю, что это от меня не в восторге, но мы должны думать о детях. Кроме того, ты не платишь за жилье. В общем, ты у меня как бы в долгу. Ты можешь найти то, что заставит Бет влюбляться в меня снова и снова? Чё? Фига ты, парень. Снова и снова, да. Губа-то у тебя не дура, конечно. Так, лаборатория Морти. Добро пожаловать, да, добро пожаловать. Выбор Морти. Зачем я не сюда хотел-то, ё-моё. Попутал с питомником. Мне нужен питомник. Ну-ка. Я хотел кое-что глянуть. Хранение. Хранение. Блин, вот как вот, как вот мне вот их прокачивать одинаково? А вот это вот как открыть? А, 5 купонов потратить. 5 купонов. Блин, ну не знаю, ребята, 6 уровня. Вот как вот их мне прокачивать, если я сейчас сам по себе. Офигеть, фиг знает какого уровня, но мне 100% понадобятся другие бойцы. Как пить дать? Я не хочу обделаться где-нибудь с тобой на финише, понимаешь? Ладно, давай мы с тобой, наверное, захиляемся и пойдем еще в один портал сбегаем. Исцелить. Потом, говорите, идти надо будет на арены онлайновые. Ребята, обязательно сходим, но все равно вначале нужно прокачаться и найти как можно больше Морти. Что этому нужно для того, чтобы влюбляться, влюблялась Бет в него все время, каждый раз? Так, опа, смотри, какая встреча. Это кто такой? Это Морти в зеленой рубашке. Какая удача, а? Окей, окей. На тебе. Окей, окей. Отрыжку он использует. Так, предмет. Чип контроля, применяем. Эпический, не знаю, поймаем, нет? Поймали. Ну что же, шикарно. Эпический Морти стал наш. Тут уже готовится охота на меня. Давай-ка. Ха-ха-ха. То есть я не смогу там пройти, да? Рики-тики-тави. Без битвы там мне не пройти. Вот такой вот намек. Потому что здесь всего лишь один коридорчик. Как бы я тут не старался, меня, естественно, перехватывают. Ну, это так здорово. Мои Морти лучшие, они уже как семья. И я тебе так... Я так тебе завидую, ведь ты на самом деле их родственник. Позволь мы поиграть вместе. Позволь... О, Морти из крошечника. Крошечника. Ну давай, там 20 уровень у него. Так, связывание делает. Атака падает.
Скорость тоже падает. Защита растет. Отрыжка что дает? Усиление силы слабой. Слюное отделение. Так, атака растет. Точность растет. Теперь делаем атаку. Хруст, по-моему, да, лучшие самые. Да, хруст. А нет, молотило лучше. Что? Что это было? Ну, так вот уже получше. Еще раз хруст. Блин. Выбивает из меня дурь просто-напросто. Посмотри. Так, меняем. Что там нам? Бумага, да? Ну, судья Морти-то, я уже думаю, справится с этим. Морти из крошечника. Молотило применил. Сила 70. Сила 65. Ну, давай. Готов. Истощен. Крошечник. Угу. Итак, если мы с тобой взяли бумагу, он 100% взял ножницы, поэтому... Поэтому берем с тобой что? Камень. Ну-ка посмотрим. Да, все правильно я подсчитал. У него, кстати, уровень 22, друзья. Раз, два. Так, он оборону применил. Он применил оборону, значит, он усилил себе защиту. Плевок. Да, это и видно. Три зато. Но, видишь, не вешается на него, к сожалению, отравление. Раз, два, все. Давай следующего нам. Ага. Замена. Так, мы играли сейчас с тобой за бумагу. Он взял ножницы, значит, берем с тобой. Подожди. Мы за камень, значит, ножницы. Мы за камень. Он возьмет бумагу. Берем, ну, с тобой ножницы. По-моему, так. Упс. Я обознался, ребята. Нужна бумага, судья Морти тогда. Против камня, естественно, бумага. Безнадежно, говоришь? Зачем я это сделал? Защиту повысил и точность повысил. Безнадежно, говорит. Ну... Но, по-моему, стирание лучше, чем толчок-то. Да что ты, блин? Ну-ка проверим. Оу, щит. Смотри, насколько лучше. Конечно, ребят. Давай еще разочек стирание сделаем. Все. Последний мортик, кто там? Этого такого я еще не видел. Подожди, мы сейчас играли с тобой за бумагу. Значит, что ножницы, мы берем с тобой камень. Кто раненый? Шериф, что ли? А, он тоже камень взял. Но он эпик. Поэтому ядовитый плевок ему. Кровяное давление. Сделал еще, давай. Три удара, хорошо. Блин, почему-то не отравляем. Почему у нас отравление уже не работает, а? Слепой замах. Но мы все-таки выиграли. Мы выиграли, я думал, сейчас завалит. Нет, все отлично. Так, смотрим. Ну вот, 327, уже совсем другое дело. Ах, Рика, мне так жаль, что мои морти плохо старались в бою. Думаю, в следующий раз они поднажмут. Поднажмут они, ага. Держи-ка карман шире. О, консервная банка, я ее заберу. Ой, oh, yeah, baby. Oh, yeah, baby, так радуется, как будто что-то такое сверхъестественное нашел.
Юк-макарюк, я хотел по-тихому. Мои Морти странно себя ведут после синтеза в питомнике Морти. Ну и ладно, все равно не сильнее, чем раньше, у тебя нет шансов. Блин, у него еще и Морти это целый комплект. Что это, Морти Тор? Морти тормоз, понял? Давай. Отлично тормозила. В ярость он впадает. Я думаю, что тебе это не понадобится, парень. Может, точность. Да хорош. Давай. Вот и все. И не пригодилось ему это ничего. Так, 93 опыта. Так, это что за Морти такой тоже интересный? Естественно, замену. И если мы с тобой большим играли, да? Ножницы, камень. Ножницы, камень. Нам, наверное, надо бумагу взять. Он каменный. А, каменеющий Морти. Да чтоб тебя. Каменеющий Морти. Стирание. Оу, с плюшки просто. Тюх. С плюшки, друзья мои, я его просто ухоркал. А это что? Замена. Так, сейчас мы играли за бумагу. Он 100% берет ножницы. Значит, нам нужно брать мутагенного Морти. Ну, по идее. Но у него мало здоровья. В плане он взял бумагу. Давай тогда большого Морти брать. Здесь что-то не то пошло. Безнадежно. Так, что у нас там есть? Прилив. Сила суточка, нормально. Ух ты. Обалдеть, я ему сейчас влипашил. На-ка, еще разочек. Есть. Сдул его к ядрене фени. Шикарно, ребят. Кленовый сироп. Бумажка. Бумажка-то, оказывается. А ну-ка, прилив. Опачки. Хорошо идем, друзья. Очень хорошо идем. Блин, вот сейчас плохо. Накаркал. Блин, он с крита мне звезданул, а. Все, я его сдул. Так, 154. Кто? Безглазый Морти. Так, бумажка. Наверное, нам камень надо брать. Да чтоб тебе, не угадал опять. Ножницы? Аниматроник. Блин, ну аниматроник он быстро вырубит. 24 уровень. Да почему же вражин торсет, скажем разом? Убийственный взгляд. Давай, молотила. Несмотря на то, ребят, что он такой слабенький, 15 уровня, вжахнул, он сейчас будет здоров. Точность его растет. Еще молотила. Блин, безнадежно, говорит. Ага. Вынесли. Твою налево. Ну, последний остался. Но это здесь. А мы же еще с тобой не дошли до портала. Понимаешь? Давай ему, я не знаю, стирание сделаем, да и все. Все, отдуплился. Так, шмикли и чип контроля. Ладно, покрась меня в оранжевый. Такого поворота я не ожидал. Опа, опа, опа. Опачки. А мы еще с тобой одного зеленожопика увидели. Да иди сюда. Кто-то мне сказал, если у тебя будут два одинаковых редких, их можно... Подожди, кто он там у нас? Ножницы. Давай попробуем его бомбануть. Так. Ну все, может, хорош, там уже ржет он мне. Костюм и туфли. Тихо, не убить. Тут главное, ребят, не убить, не перестараться. Отлично. Высоковольтный Морти. Опа-на, а вот этот мне нужен. Нифига себе. Концертом Морти. Так, он камень. Он камень. Блин, а у нас бумаги-то, по-моему, нету. Нет, есть судья Морти. Но он редкий, по-моему, судья Морти, да, у нас? Да, редкий. Так, безнадежно, говорит.
Стирание, естественно. Так, перекалка. Защита падает. Он мне защиту сбивает. Ловим. Блин, ловим. Ловить надо его. Чип контроля. Последний, кстати. Есть. Экзотический Морти у нас в кармане, друзья. Отлично. Я вижу, тут батарейка, кстати, лежит. Так, мы забрали. А здесь там... Оу-оу-оу, туда мне не пройти. Что это за магазин такой, а? А, это же вроде где шарики, да, эти разыгрываешь? Билетики, купоны, точнее. То есть мне отсюда не выйти. Хоть ты что делай, мне придется все равно рулить сюда, да? И драться. А потом еще и там, наверху. Голос, иди, хуторно бить, Рик. Опять ты за свое, а? Так, Морти, биржевой маклер. Прилив. Да, большой Морти истощен. А что я могу сделать? Атака. Ну, здесь проиграли в любом случае. Тут уже ничего не сделаешь. Не думал, конечно. Но зато наловили с тобой Морти сегодня от души. Последний остается. Но ему здесь ничего не светит. Окей, окей. Хотя одного подбили. Да, и он уровень у меня получает. Круто. Атака, молотила. Бритье. Так, ну что, нас победили, ребята. Мы в отключке. Да давай ты уже лети. И я доставлю тебя в центр исцеления. Ясен перец. Сейчас он меня доставит. С возвращением, твои Морти исцелены и готовы идти дальше. У тебя есть одинаковый Морти для синтеза. Зайди в питомник. Вот, 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 вот. Я что и хочу сейчас сделать. Посмотреть. Вот питомник. Синтез. Два электрических, да? Погоди. Так и так. Синтез. Новое достижение. И кто? Ох ты. Кто, как его зовут? Электро... Какой-то там я не успел прочитать. Так, а вот это же... А, эти, наверное, не скрещиваются, да, у нас получается? Синтез невозможно. А почему невозможно? Потому что... Потому что, ребята, это высшие, да? Подожди, 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 подожди. Давай в синтез зайдем. А получается и эпики тоже нельзя. Ни эпики, ни плюм. Не эти, да? Дикари тоже нельзя. Угу. Грязнули, так, двойной Морти. Одинаковых-то больше нет у меня получается, да? Блин, взять что ли вот этого? И вот этого. Давай возьмем, а? Так, хранение. Это мой отряд, да, в данный момент. Так, уберем вот этого. Аниматроника. Удалить и дикаря удалить. И взять концерт Морти. Плюс тут 19-й, 20-й. Оу, ты 30-й уровень. Фига себе. Блин, нам нужны одинаковые Морти. Ну, не все, конечно, одинаковые.
редкие там и обычные. Вот их можно прокачивать. Так, ну что, друзья мои, я предлагаю сходить еще в один портал. Заодно и потестим с тобой, насколько хороши эти наши новые морти, которых мы с тобой только что взяли. Погнали вот сюда вот. Посмотрим, что у нас тут за новый портал. Я вижу кое-что. Так, это... Блин, не могу пройти туда. Сейчас попробую здесь. Эть! Твою налево, ладно. Я только что создал партию сыворотки. Мои морти получили полный запас здоровья и готовы к бою. Прямо ж бедный трясется слизняк. Воу, сопливый. Это, ребят, не сопливый. Вы уж меня извините, это какой-то трэш, блин. Давай посмотрим, что за концерта Морти. Вот он. Так, мою атаку понизили сразу же. Я еще даже не успел ничего сделать. Так, Уиджа, что такое Уиджа? Сила 80, точно 95. Это ослабление, хлопок. Сила 45. Тогда Уиджа. Ну, что это слюноотделение делает? Что-то Уиджа как-то слабо бьет Уиджа. По нам, конечно, тут наяривает, будь здоров. Хотя у нас 21 уровень, ребят. Ну, что-то вообще уж. Хлопок. Точно из него спину. Что за хлопок? Давай проверим, что за хлопок. Обычно такой хлопок. Нет, что-то как-то... С одним ударом Уиджа мы далеко не уедем, верно? Трехглазый морти, что ли? Замена. Это мы сейчас играли с тобой за кого? За камень. Он взял 100% бумагу, поэтому морти электрокинетик. Проверим. Угу, трехглазый морти, я был прав. Что у тебя есть? Уверенная поза. Вставая в уверенную позу, этот морти повышает свою атаку. Удар молнии. Морти вызывает к первобытным силам неба и обрушивает на врага парализующий разряд молнии. Морти поражает врага ударной волной, снижая его скорость и нанося урон. Морти использует случаем, чтобы прицелить своего врага, повышает свою... Что-то я не могу понять. Йоу! Вот это влупили. Вот это бьет молния. Ты посмотри. Электрокинетик. Это еще кто там? Полицейский, что ли? А ну-ка давай. Он обычный. Чем? Я думаю, мы обычный вот распетрушим сейчас. Удар молнии. Безнадежно. Кровяное давление. Еще раз удар молнии. Все, убило тебя, парень. Кровяное давление у тебя подскочило там, чересчур. Так, 42 опыта. Это что, морти-уборщик? Продолжить. Это Юнга Морти. Морячок, что ли? Поехали. О, вот оно, как накладывается электричество. Понял. То есть шокируем, да, мы этих ребят? А раскат грома? Вообще убили. Слушай, ну он крут. Этот электрический морти, он действительно крут. 536. Нормально. Черт, Рик, полегче, ладно? Морти на деревьях не растут. Да ладно, не растут, а я думал растут. Так, вот что мне надо. Да как туда попасть-то? Стоят, да, ждут. Ждут меня, чтобы я туда пошел и вляпался в драку. Супостаты. Сейчас мы с тобой глянем здесь что-нибудь прекрасное. Ничего я здесь не вижу. Ну что, пойдем тогда врежем этим олухом. Да. Ты когда-нибудь любовался закатом, Рик? Может, сегодня у тебя возможность, когда будешь зализывать раны? Ну, это еще неизвестно, кто будет зализывать раны. Морти жевастик. Морти жевастик. Атака. Костюм и туфли, естественно. Блин, не то нажал. Так, вороватый Морти. Мы тоже меняем с тобой на бумагу, на судью Морти. Ты не такой умный, что ли?
Гвоздь. Стирание. Блин, у него 25 уровень. Ё-моё. Стирание, говорю. Фига ты, вороватый Морти, оборзел, что ли? Блин, он шатает, я боюсь. Так, чешуйчатый Морти, он берет ножницы. Значит, нам нужно взять с тобой камень. Мутагенный Морти против экзотики. Редкий против экзотики, это, конечно, не есть гуд. А восстановить что там, 50 УЗ? Ядовитый плевок. Раз. У-у-у-у-у. Так мы далеко не уедем, парень. Щет. Почему яд-то не накладывается, а? Блин, поменял. Так, это он бумагу взял. Бумагу взял. А ну-ка давай. Нашего электро-Морти. Прошла мимо его так. Раскат грома. Фак. Тоже прошла мимо. Да какой предмет. Кстати, у нас есть большая сыворотка и сенсационная сыворотка. Об этом не стоит забывать. Вырубили. Красавчики. Сдулся паразит. Так, следующий кто у нас там? Вороватый Морти. Я буду продолжать. Атака. Раскат грома. Тебя умоляю. Надо было все-таки менять. Я думал... Блин, много думаю по пустякам. Все-таки надо менять. На судью Морти. Он только судью Морти, наверное, боится. Да, конечно. Боится он, ага. Давай. Чук. Опять он своим... Фигею я, блин. Гвоздь он забивает свой. Давай стирание по нему. Слушай, а у него три Морти еще. Так, чешуйчатый Морти, да? Поменял. Возьмем камень. Это будет у нас мутагенный Морти. Джеб. Сразу, с лету вот джеб берет и делает. Ядовитый плевок. В плане? В каком плане? Мы даже не успели ничего сделать, эй. Ну ты хмырь, однако, а. 24 уровень. А ну-ка давай с моим большим Морти подеремся. Блин, дает сдачи. Так, у нас есть еще большая сыворотка на 50 хп. Мало, конечно. Ты запарил, а? Бумага. Ха, гвоздь прошел мимо. Стирание, ребят. Есть. Это минус 2 уже. Двоечку мы одолели. И остается еще двое. Так, мой судья Морти получает 24 уровень. По красоте. Продолжаем. Так, у него ножницы. Нам нужен камень. У нас камня-то не так много. Да, джеба достаточно было, чтобы нас вырубить. Ну давай большого Морти. Атака. Прилив. Готов, паразит. Так, ждем следующего. Так. Продолжить. Костюмы, туфли. Крит. Крит. Ты смотри, а. А вот это плохо. Электричеством, оказывается, мог бомбить. На чиз. Так, еще один удар, ему крышка. Все. Одолели мы этого хламона. Получаем даже уровень. Вот так вот. Шмекли, так, сыворотка и значок. 715 шмеклей. Нормуль.
Наверное, я перегрелся на солнце, мне нужно прилечь. Вот полежи-ка лучше, действительно. Так, а мы вот думаем, будем ловить вот этого привидения? Я думаю, надо. Блин, он убежал от нас далеко куда-то. А этого мне не поймать. Блин, хочу вон ту штуку взять. Вот как мне ее взять? Для этого мне придется с этими хламонами драться. А у меня раз, два, два в отключке. Пройти здесь не получится. Ладно, пошли в портал. Ну, что я могу сделать? Ну, не получается, если... Так, пойдем, наверное, восстановим здоровье. И будем закругляться на сегодня. Так, для того, чтобы подраться, сколько нам нужно для следующего... Угу. Тебе не хватает одного. Вот, в следующей серии мы с тобой и получим как раз один значок. Так, исцелить. Ну что, друзья мои, на этой ноте я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.